Деревня без единой автодороги. Расположена она в Нидерландах. Негласно ее называют местной Венецией. Основной способ передвижения тут – лодка или плот. А вот машинам тут делать нечего. Деревня Гитхорн расположена на водных каналах общей протяженностью более 7 километров. В данное время в деревне насчитывается более 2500 жителей. Все они проживают на небольших островках. При этом деревня также отличается большим количеством мостов. Именно они соединяют между собой жилые островки, а вот в целом в деревне насчитывается более 50 мостов.